Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в ВУЗе. Так звучит тема трехдневной международной конференции, которая прошла на юридическом факультете. От преподавателей иностранного языка во многом зависит то, насколько хорошо студенты будут владеть как профессиональным переводом, так и знанием языков в целом. Как сделать урок интереснее, применяя интерактивные технологии, какие ошибки часто допускают студенты при сдаче экзаменов. Эти и многие другие вопросы обсуждались на английском, французском и немецком языках. Эту конференцию, профессионально ориентированное обучение иностранным языкам и переводу, мы проводим начиная с 2006 года. Последние 4 года эта конференция получила статус международной, потому что каждый год, помимо российских вузов, в этой конференции принимают участие представители многих зарубежных стран, включая как европейские страны, так и страны СНГ, а также Китай, США и другие. Доктор филологических наук Анна Лебедева каждый год принимает участие в конференции. Хорошая организация, интересные гости, полезный материал – именно это, по словам Анны, привлекает внимание потенциальных участников. К данной конференции доктор наук готовилась заблаговременно, ознакомилась с темой и подготовила материал, который вошел в сборник материалов конференции. Сейчас при переходе на систему бакалавр-магистр, двухуровневую новую систему, также я рассчитываю узнать какие-то тонкости, которые, возможно, мне помогли бы в дальнейшей работе. С докладом на тему «Экспертный анализ по английскому языку» выступил почетный гость конференции доктор Генрих Юстус из Соединенных Штатов Америки. Большое внимание он уделил ошибкам, которые часто допускают студенты при сдаче экзаменов. И задача преподавателей – устранять их еще в процессе подготовки. Все больше и больше московских и российских вузов достаточно активно используют систему двойного обучения, либо фундаментальную, когда обучается по бакалавриату и магистратуре, либо просто дистанционную, которая дает возможность некоторые дисциплины проходить на английском языке, то есть дает возможность студентам прикоснуться к передовому международному опыту в той или иной дисциплине. И здесь нельзя не отметить очень важный вклад, который делают международные экзамены, в том числе экзамен IELTS, который на сегодняшний момент является одним из самых лидирующих, поскольку, как я уже говорил, сегодня на конференции 1,5 миллиона кандидатов сдают этот сертификат, этот экзамен, и после этого продолжают эффективно и успешно обучаться в нашей стране и за рубежом. В этом году в конференции приняли участие представители 20 стран и 78 вузов. Пленарные сессии, секционные заседания, круглые столы на разных языках, а также онлайн-сессии с большим успехом закончили свою работу. Каждый извлек для себя много нового и полезного. Теперь дело за малым – полученные знания применить в своей языковой практике. А с этим студенты РУДН всегда справляются на отлично. Олеся Захарова, Максим Иванов, новости ТВ РУДН.